Добрый день! Сегодня мы с вами будем делать небольшую мульт-открытку. Поздравление с 23 февраля. Снимать мы ее будем на телефон. Для этого нам на телефоне нужно установить программу Stop Motion Studio. Программа бесплатная. Вы ее можете найти в Play Market. Вот такой значок. Значок камеры. Выбираем ее. У нас открываются настройки. Мы проверяем, чтобы у нас стояло где-то примерно 12 кадров в секунду. Можно поставить и меньше, но не меньше 6. И нажимаем на камеру. Все, что мы видим на экране телефона, это все то, что будет отображаться в кадре. То есть движение нашего самолетика, облака. Мы приготовили еще вот такой вот небольшой след от самолета. То есть дымный след у нас будет. И начинаем нашу съемку. То есть самолет у нас летит быстро, поэтому мы будем его двигать между облаками. Он у нас будет летать и задымлять все наше пространство. То есть дымный след от него будет оставаться. Для того, чтобы мы не трогали телефон во время съемки, есть специальная Bluetooth-кнопка, нажимая которую, мы снимаем кадр. Перед тем, как начать снимать, нам нужно проверить, чтобы у нас все предметы, которые у нас не должны двигаться, это фон, он у нас должен быть закреплен. То есть его можно закрепить малярным скотчем или обычным скотчем по углам. Для движения самолетика мы будем снимать его покадрово. То есть мы будем передвигать, снимать. Для того, чтобы все было красиво и резко, мы сначала выбираем центр и наводим на резкость. Все, теперь мы телефон больше не трогаем, и у нас все готово к съемке.